специально для Севастопольского вестника и для хозяйственных служб. 15 сентября 2024 года. Московское время 0 часов 10 минут. Я приехал на пляж Баунти, на обрыв, и на парковочной площадке обнаружил свалку от утилизации асфальта. То есть это несанкционированная свалка мусора, и недобросовестный водитель мусоровоза либо грузовика, который наняли для вывоза дорожного мусора, свалил это в черте города. Тем самым, ну, тем самым все понятно, да, что происходит: нарушение законодательства, нарушение экологии, вообще хулиганство. Ну, в общем, фиксирую специально для вестника Севастополя, что очень много стоит камер, а отследить хулиганство мы не можем. Соответственно, цифровизацию направлять не на порабощение граждан через судебных приставов, а вот выявлять подобного рода нарушения во благо общества. Пребывал я в Крыму по съемкам артефактов, связанных с допотопным архитектурным наследием для Республики Крым, что является чрезвычайно важным, наполнить межсезонный туристический поток в Крым полным ходом. Ну, а начинаем с конкретных дел. Это уборка мусора. Посмотрим, сколько потребуется времени, чтобы ликвидировать свалку на парковке пляжа Баунти. Снят, но как есть, как бы все понятно. Телефон для связи плюс 7 926 210 93 83. Ярослав Старухин, Глобальная волна, приветствует вас, севастопольцы и крымчане.